Всем привет! Сегодня у нас долгожданный топ-3. Мы очень долго выбирали тему для него, а когда выбрали, то почти неделю не могли придумать название. Итак, представляем вашему вниманию топ-3 напечатанных вещей. Скажите, куда летом устремлены глаза всех мальчиков, отдыхающих на пляже? Ну, правильно, вот сюда. Ну, и вот сюда тоже. А теперь представьте себе, как тяжело милым девушкам выбрать себе бикини, который бы грамотно подчеркивал то, чем их так щедро одарила природа. Однако теперь мукам выбора пришел конец, ведь совсем недавно появился 3D-принтер, способный печатать различными видами ткани. Особо предприимчивые товарищи из Пакистана поспешили этим воспользоваться. Как сообщает The Pakistan News, в этой стране существует уже масса частных ателье, которые не только изготовят для девушки совершенно особенный купальник, но и сделают это с учетом ее индивидуальных анатомических особенностей всего за 30 или 40 минут. На почетном втором месте игрушки для настоящих мужчин. Хотя это и уже не игрушки. Когда появились принтеры, печатающие различными видами порошковых металлов, к изделиям, изготовленным таким способом, было мало доверия. Тогда сотрудники Стэнфордского университета, чтобы продемонстрировать надежность производимых продуктов, распечатали на них автомат АК-47, штурмовую винтовку АР-15 и патроны к ним. После этого, собрав и зарядив полученное оружие, отправились на полигон и показали, что она служит так же исправно и стреляет так же убойно, как и сделанные на заводе традиционными методами. Что же сегодня на первом месте? Разумеется, то, что сеет разумное, доброе, вечное. Еще в сентябре прошлого года прошел слух о том, что компания Electro Optical Systems разработала принтер, способный распечатать точную копию скрипки Страдивари, почти полностью копирующие все ее акустические параметры. Будут ли вскоре все музыкальные инструменты производиться таким образом, сказать трудно. Но то, что они будут доступнее для простых музыкантов, вполне очевидно. Думаю, все согласятся, что скрипка звучит просто потрясающе. Как видите, спектр применения современных принтеров весьма широк. Кто знает, может, в будущем наладят производство огромных принтеров, которые будут печатать целые дома,